Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим с вами блинчики, такие, в общем, как мраморные. Видите, у меня здесь... В общем, я завела тесто на блины. Значит, молоко у меня 500 грамм, 3 яйца, мука 300 грамм или 1,5 стакана, сахара 2 столовых ложки, масла растительного 3 столовых ложки я сюда. Немножко отлила тесто и полную ложку какао сюда размешала, видите. И сейчас будем обжаривать такие блинчики. И вот сковорода у нас нагрелась. Я беру, видите, немного, сколько нужно, и сюда доливаю наш шоколадный блинчик. И вот так начинаем обжаривать. Видите, он получается с рисунком. Так, немножко по-другому. Значит, я наливаю белое тесто, а потом вот так понемножечку наливаю шоколадного теста. Видите, рисунок получится немножко по-другому. Он будет как бы с одной стороны, со второй. Видите, с этой стороны рисунка нет. А с другой стороны так он и останется. Сейчас я вам покажу. Видите, так и остался. Как вам нравится, так и делайте. И вот такие красивые блинчики у нас получились. Значит, такие блинчики получаются, это когда наливаем белое тесто, а потом ложечкой сверху мы поливаем шоколадным тестом. А здесь, когда мы в черпаке смешиваем, вот такие они получаются, видите, мраморные. Приятного аппетита и удачи вам! Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких!